В Верховной Раде Украины сообщили о готовности ввести военное положение. Один из сдерживающих факторов сейчас – это требование Международного валютного фонда о мире, так как в случае объявления военного положения Украине будет отказано финансовой помощи. Ранее президент Украины подписал указ о начале очередной мобилизационной кампании. В этом году запланировано провести 3 волны этой процедуры. В рамках первого этапа предполагается призвать порядка 50 тысяч человек, а всего за год должны быть мобилизованы 104 тысячи. Тем временем вопрос стабилизации и прекращения огня на востоке Украины остается по-прежнему острым. Германия объявила о новой встрече в нормандском формате в Берлине. Встреча должна стать подготовкой к саммиту лидеров государств нормандской четверки, который планировалось провести в Астане.